in transition. Да, в 2008 году Хелен Блэк и Янис Плэйски пришли к Хелен с идеей как бы организовать выставку и собрать различные работы художников со всего мира, посвященные проблемам именно транзит, да, транзитив. So I received a call on a Sunday morning from them asking me to be a featured artist in this exhibition. Они позвонили Шиле в один прекрасный воскресный солнечный день и пригласили ее быть как основным художником на данном проекте. And we started to work together to make, to collaborate, to make a truly international exhibition to show a variety of ideas about the way people are experiencing transition in their lives. Так продолжалась работа, были приглашены еще несколько художников, чьи работы были посвящены, каким-то образом исследовали, рефлектировали, отражали проблемы современной миграции и вообще проблемы бытия именно в постоянном движении, перемещении. This was especially meaningful to the people in Cyprus, because Cyprus is a divided island. And it was especially meaningful to me because I come from a country that is at war. Особенную важность как бы этот проект имел для Кипра, потому что Кипр остается разделенной страной, да, часть его территории оккупирована турецкой армией, и что проходят границы, есть зеленая зона, стоят войска ООН. Проблема до сих пор не решена, и очень много, и в результате конфликта 1974 года очень на Кипре было огромное количество беженцев с обеих сторон, как с севера, так и с юга. И этот проект также имеет огромную важность и для Соединенных Штатов Америки, которые постоянно находятся в каких-то военных акциях, военных действиях, принимают участие в военных действиях. And in that exhibition, 47 international artists responded to that call, and their work was included in that show, as well as many dozens of invited artists. Они организовали через интернет, был организован конкурс, на который откликнулось около достаточно количества художников. В итоге в экспозицию попали приглашения по работе как конкурсных художников, так и приглашенных. And so, while at the opening of the exhibition, there happened to be a Russian woman who attended the exhibition, and that Russian woman is this one. Okay, на открытии выставки обнаружилась одна русская дама. То есть я. And she thought that we ought to do it again in Russia. She thought it was a wonderful exhibition and that she wanted to see it mounted again here in Petrovsk. And so it was because of her that we began 2 years ago once again planning to do this again here in a much expanded format. Ну, в общем, предложение такое, что да, я предложила идею, потому что мне на самом деле очень понравилась выставка, и мне казалось, что она будет хорошо и как-то быть как бы на месте, да, в российском контексте, и она должна быть показана здесь. Ну, с 2006 года ведется работа по, да, вот по этой экспозиции, по конференции. When we think about this exhibition and symposium, we think about it not as art and the symposium as the end of the project, but as the vehicle for us all to begin talking to us about the concept of transition in our lives. Самое главное, этот проект, эта выставка и конференция, которая сейчас проходит, это не начало и не окончание проекта. Это некое такое средство, с помощью которого мы будем продолжать диалог по поводу проблем миграции, беженцев и вообще по поводу перемещения и как бы идентичности. Спасибо.